еще Бэхи упала бомба только что. Она живая. Нет, не живая. Чётенько прилетела. Да, прям в нее. Бэху вынес. Может, за наши едет. Быстрее всего. Внутрь. Блин, там бетер еще. Триггер, что ли? А, да, в триггер. Они уже пытаются его поднять. Внутри замка. Бетер прям ко мне едет, я пока не смогу. Бетер ко мне едет, я пока не смогу. Я под огнем. Кое-как. Конкретней. В лесу? Секунду, нет. Не-не, там где склад? Марк, куда мы? Товарищи, на юг вдоль дороги. Дорога, которая уходит от нас на юг в триггер. МК. Движение, внимание. Убил. В лесу, да? Да. Да, в лесу. Там, значит, на юг.
ты на восток уходишь. Давай, это сейчас пойдут. ДП-шот. Блядь. Прям по вам. Живые? Да. Харек? Да-да-да. Актер? Мы позади вас, получается. Да. Хорошо, понял. На западе что-то выбили. Что? На западе горит что-то. На ШБ. Как я вижу пехоту, смотрит на север. Запад ровно 370. Слева тоже. Несколько человек. Темка рядом, он двигается потихоньку. Слышно в этих... В сторону Бэхи. Германцев, похоже, эти темы. Да-да-да, это враг. Залег он там. Мать, скажи, что от сгоревшей Бэхи на юг метров 200 пехота. Ку поставил, куда нам нас направили. М-ка, М-ка. М-ка рядом. Актер? Да, живой. Уронил его. Убрал его, да? Уронил только. Где он был, где? Вот где ГП сейчас, ровно. Ровно где ГП. Гранатку пуст. Я предлагаю сейчас дойти еще южнее, потом свернуть уже на восток, на наши метки. За посмотреть не будем? Там уже не наше занятие. Пацаны по нам работают туда. Вижу, вижу, впереди сидит, слева от железки. Давай, давай, давай. ГП-шот туда. Работаешь в танчете, пусто. Отходит от нас спи... на восток. О, хорошо, ГПш кто-то. Я ГПш. Я ГПшу. Тихо-тихо-тихо, что это? Хорошо, понял. Но это не моя была. Это оттуда прилетает. Харек живой? Угу. Где кто-то пускал? Убил его. Там восточнее еще одного убил. А, ты убил до нас таки еще? Харек, ты вперед пошел? Ну да, сейчас на восток уже.
Давайте доходим до дымов и уходим на восток налево. Осторожно, с востока. Их еще двое на КВшке. Я понял. Прямо надо мной за дорогой враг. Говорит, ну, говорит да, прямо да. Над ним за дорогой враг. Значит, он за... На востоке получается. Значит, они с другой стороны. Точнее, на западе. Не, на юге, значит. Харик, ты вдоль дворовочки тоже. Угу. Гофман, Фоксик, ребята, нам надо поучаться, когда они сейчас могут выйти туда, к триггеру начать идти. Я не верю, что они живут. Я уверен, что Фоксик и Хоффман, они либо в отключке, либо убиты. Ты в упор. Кто стрелял? Еще остался там кто-то. Они с той стороны дороги. Я понял, рядом со мной, рядом со мной. Рядом со мной, говорит. Таня. Блять, убейте его, хорош! КВшника их не нашел. Видите, вы тут устроили? Там у них последний оставался на КВ, слышите? Угу. А, я не проверял. Сейчас. Вот они сзади, да. Кто? Так, с юга города вопрос появился. Да, там ходит какой-то тип. На той горе, где должен быть наблюдатель. Спускается поставил. К городу. На наблюдателя поставил метку. Сейчас по нему работают. Начни он. Ярче живой? Ярый? Да. Вообще не выглядываю. Убил там того. Курак был? Хер его знает, но там еще союзник его штурмовал, я вам помог. Мячик кинул. У нас дымы с востока. Сейчас смещусь. Частично. Погоди, Шитанич, а тут? А сам тут. Посмотри с востока там в оптик. А, это медицинский. Короче, отделение 260 к нам составляет. Маг у меня один. Хочешь срабатывать? Я не знаю, враг. Ты на метке СПГ? Да. Файлеровской метки.
Что ты за елта? Недолет. Смотри, там у тебя упырь где-то. Шайтан жив? Да. Шайтан? Да-да-да. Шайтан, там ДМ-ка справее по дороге спускается. Бэттер на месте. Смотри. Не был. Вот здесь. Да, слушаю. Море живой? Он на... Перед церковушкой. Так, Бэттер, я на тебя смотрю в бинокль, я не понимаю, у нас походу минус группа. Майк, ты понял, у меня минус один в доме? Да-да, принял. Его спас запор от мины. Там смотри, с 260 к нам еще хаммер спускался, Ярый. У меня свои работы. Ярче, держись. По возможности все на сдвиг.
повтори. Майка убили, Майка убили. Остальные тоже не отвечают. Я понял. Шайтан, здорово. Ну не говори, напиши. Напиши вдаль. Полосатый, вы что тут делаете? Да вот пришел тут. Думаю, вражеский БТР. Давай. Давайте в город шуруйте, там уже пехота носится во все. Пропускай, что появится, появится. Да хер его знает, вот они уже носятся. Ага. Пользуйся, ладно? Окей, хорошо. Че, скинул две зарядки и непосредственно сам. Давай, давай. Так, гранат больше. А где ты его скинул? В сумках, что ли? А, не влазит, блин, курва. На, ну. Зараза, блин, а. Ярче? Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.